Меня зовут Антонина. Я вас всех приветствую на своем канале «Дачный сезон круглый год». Вот зашла в погреб. У меня погреб полуподземный, то есть где-то на 70 сантиметров он вырыт в землю, потом приподнят в глубине сарая. Сверху над погребом находится курятник. Сейчас иду брать морковку. Хочу сегодня рассказать об удачном способе хранения моркови. Вот морковь не просто насыпается и пересыпается песком, как я раньше делала, а в этом году я решила где-то по 2-3 килограмма накладывать немытую морковь. Главное, немытую, чтобы она не была мытая, чтобы она была в песке, в земле. Немытую морковь в кульки, полиэтиленовые пакеты, как их называют, мешочки, по 2-3 килограмма. Вот сейчас уже февраль, морковь проросла, зима у нас не холодная, были периоды похолодания, но в общем температура где-то держится в пределах 0, плюс-минус, там было минус 15, сейчас, сегодня потеплело до плюс 5, но вот в погребе, благодаря естественной вытяжки, температура поддерживается одинаковая. Да, морковь прорастает, она даже прорывает эти кулечки, но в целом все равно сохраняется влага. Вот видно конденсат на пленке этого кулька. И морковь прекрасно хранится. Притом, если, например, загниет где-то какая-то морковка, эта гниль не распространяется на все запасы зимней моркови, а только локально, и можно взять этот кулечек, морковь помыть, почистить, потереть на терку, спрятать в морозилку или вообще ничего не делать, а просто вынуть отсюда из этого кулька гнилую морковку и в первую очередь потреблять морковь именно из этого кулька. Способ очень простой. Затраты минимальные, ведь вот эти пищевые пакеты, кульки на 2 килограмма, где-то на 2-3 килограмма, они общедоступны, ими все пользуются, и морковь будет храниться в таких кульках в течение всего сезона, до самой-самой весны. На этом пока все. Смотрите дальше мои полезные видео, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!